Мид уже, да, уходит под мид. Норберт вовремя откидывает молики. Смоки, остается 47 секунд. Уже понимает Virtus.pro. Должны понимать, подпушивается апуэнд. Будет вся информация по игрокам. Должны пушить. Ты посмотри, что делает у нас. Спину заходит. Девятый номер мира. Как же он чувствует игру. Он может спокойно забирать спину. Никто не ожидает. Мир. Раз, хоронит одного, два, второго. Артфрост. Да ладно. Так, выжигают Давида, падает Норберт. Мир второго! Размены, размены в пользу Virtus.pro. Мир падает. Ну что, Magic's и Zontix, 20 секунд остается, там два красных. Да ладно! Джейм очень красную, флита 100 хп, 16 секунд, времени перетянуться нет, падает Мэджикс, есть информация по красному Джейму, 10 секунд, Зонтикс, нужно каким-то образом растаскивать этот раунд, забирает первого, 7 секунд, 6, флит просто начинает убегать от своего оппонента, Зонтикс, заканчивается пуля, переключает нет, пал по Артфросту, но нелетально, 17 хп остается у снайпера Спирит. Начало неплохое для ВП, но пока без антифрага. Выходить-то будут, ты посмотри на одного фейма, который со смоком, которого будут дожимать. Да, есть информация. Мы видели такой выход под фейм! Ну, делает минус, справляется. Дон! Опять дом. Как? Он это делает! Это MVP. Он забирает фейм, он выключает следом мира. Шикарный спрей-трансфер. Большинство заработали, но донг очень красный. 50 хп у Мэджикса, 17 у Артфроста. И такое вполне реально ретейкнуть. Три красных игрока у Спирит. Флит, Норберт и Джейм, по сути, все фуловые. Погибает Давид. Просто смог. В смог попадает Мэджикс. 4 в 2. Что делать? Они будут пытаться, и у них есть все шансы потащить этот раунд. Не получается попасть у Флита пока ни по кому абсолютно. Хаешки идеальные, молики, Джейм, 3 хп, падает новый флит, Донг просто разрывает флит, еще и взорвал после смерти. Сейчас Донг даблкил оформляет, фейм в коннекторе находится, флит и Норберт открывают. Минус 3 от Донга в этом раунде, 3 в 2, флит и фейм. Вся надежда у Virtus.pro и их фанатов только на этих двух парней. Мэджикс слышит прекрасно флита. Флит! Погибает! 1-3! И кажется, это ГГ Зонтикс. Это заканчивает! Спирит, чемпионы Бэтбум Дачи! Поздравляем! Молодцы!